Всем привет! Посылочка снова на почте. Посылочка большая, поэтому она просто как мелкий пакет без всяких без паспортных данных. Просто выдали и все, но пришлось ехать на почту, потому что она большая. В ящик не влезла. Так, это для продавца. Так, что тут еще? Вот это вот. Пришла тоже, быстро, недели, наверное, три. Сейчас для меня, я считаю, это быстро. Так, здесь, я подозреваю, что... Да. Это швейный набор. Надеюсь, мне видно. Опять снимаю, непонятно как. Швейный набор. Стоил он что-то 200 или 300 ли рублей. Вот такая вот баночка. Как бы походный швейный набор. Не то, что походный, но... Необходимость у меня появилась в таком. Так, открывается. Как-то не очень удобно. Закрывается. Ладно, нормально. Так, здесь сверху такой вот контейнер небольшой. В нем находятся булавки небольшие. Так, затем это у нас типа наперсток, только не наперсток, а кольцо наперсточное. Так, сантиметр. В дюймах, с другой стороны, в сантиметрах. Потом ножнички. Они как-то называются правильно, но я вот не помню, как они называются по-правильному. Так, жалко, что они без чехла. Так, две, как они называются, кнопочки, чтобы пришить, допустим, починить, и можно было их одежду застегивать. Так, вот эта вот штука, я не знаю для чего, если честно. Так, не вижу, что снимаю. Понятия не имею для чего, такая небольшая как ложечка. Так, и вот эта вот штука тоже непонятно для чего, но это игловдеватель, как я понимаю. То есть вот здесь вот небольшой крючочек, это, наверное, для машинок игловдеватель. То есть засовываешь нитку, сюда зацепляешь и вытаскиваешь. И здесь вот еще тоже маленький крючочек. Наверное, тоже для каких-то подобных целей. Так, здесь идет набор ниток. Набор ниток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Их совсем-совсем чуть-чуть. То есть буквально, чтобы что-то подшить. Так, это совсем не важное. Так. Ох, как интересно. Needless. Это для иголок. Прикольная штучка. Позвонили, прервалось видео. Так, и набор иголок. То есть набор иголок. Как он открывается. Откручивается или просто так. Наверное, просто так. Для иголок удобная штучка. Если она не сломается. Иголки всякие разные. Так, что-то уже отломилось. Кусок пластика, да, вот здесь вот. Так, иголки. Эта вот штука для иголок. На ощупь очень интересная. Не знаю, из чего она сделана. Такая приколюшка. Так,
Не спрашивайте, для чего мне это надо было. Расскажу позже. Вернее, вы сами узнаете. Не знаю, насколько позже. Ну, надеюсь, не очень поздно. Так. Что-то это сразу отломалось. А, их надо было, наверное, крутить как-то. Так, ну ладно. Все, то есть для дома такой вот наборчик вполне можно иметь. То есть, чтобы какие-то домашние инструменты швейные. Ну, вполне полезно. Все, пока.